Приветище, это поезд пустоты, мы продолжаем прохождение этой игрухи. Путешествуем, как говорится, в неизведанное. В прошлой серии я заехал сюда, в депо, и получил новый апдейт. Апгрейд, вот эту штуку, паровой двигатель. И тут написано, что нужно снести старый двигатель, чтобы его установить. И он требовал, этот двигатель, 3 платформы, если не больше. Подожди, даже 4, по-моему. 1, 2, 3, 4. Да, у меня 4 платформы есть, поэтому я его могу построить, но мне нужно куча материала. Так, еще раз. Давай еще раз посмотрим, что нам нужно, и мы поедем отсюда. 10 слитков, 4 шестеренки, 4 поршня, 4 провода, 4 болта. В принципе, все реально. Главное не запутаться потом. Ну чё, Рафлин, пришло время вас местами поменять. Кого будем брать, кого менять? Лунатик. О, нифига себе, смотри, вокруг глаз у него какие-то руны. Давай-ка мы возьмем тебя. Клетка Рафлима взята. Она за спиной у меня. Вот этого Рафлика я снимаю. Вот, и ой, боже мой, что произошло? Подожди, подожди, подожди. Так, я беру клетку, ставлю его здесь. Вот так, тут постой. А тебя, товарищ, я сейчас поставлю. Разместить. Вот. Это Рафлима чинит постройки. О, это вообще офигенно. Ладно, сиди тогда здесь. Дружище, ты наш защитник. Временно тебя пока снимаю с должности. Потуси пока вот тут. Хочу посмотреть, что вот этот Рафлима умеет делать. Размещаем. Так. Добывает ресурсы. Блин. Такие классные Рафлимы. Так, а тебя давай-ка я, наверное, утащу туда. В тенечек. Посидишь там. Напоминаю, что в каждом вагоне может находиться, а именно сидеть, один Рафлим. То есть два Рафлима разместить в одном вагоне я, ну, никак, даже при всем желании, не смогу, к сожалению. Значит, вот здесь вот у меня будут все остальные Рафлимы сидеть ждать очереди в следующий вагон. Ну, а мы, наверное, поедем. Все, погнали. Помчали отсюда. Интересно, как ты будешь мне ресурсы собирать, а, дружочек мой маленький, миленький? Тут еще и перчики созрели. А, ничего. Перцы созрели, можно собрать. Наконец-то. Включите свет, пожалуйста. Перцы, перцы, перцы. Взять. Два перца. Да. Так, их надо в холодильник куда-нибудь убрать. В импровизированный. Так, перцы что нам дают? Ну, сытость, соответственно. Он поднимает нам этот перец. Семян у меня больше никаких нет. Ничего посадить я больше не могу. Вроде бы как, да? Да, семян больше у меня нет. Увы и ах. Где мы едем? Так, друган, давай собирай. Он, наверное, вот сюда будет ящик складывать все ресурсы, которые найдет. Я надеюсь на это. Потому что других вариантов у него как бы нет. Ого, 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 ты посмотри, что это, что здоровенные конфеты. Ничего себе, это рождественские конфеты, что ли, или в честь Рождества? Ничего себе. О, точно, шарик. Игрушка елочная, смотри, в честь Рождества украсили немножечко бездну, пустоту. Ну, круто, забавно. А еще я хочу жрать и есть. Надо что-нибудь раздобыть. О, олень, гляди-ка. Только не подходи ко мне, олень. Нарядили его. Забавно. О, олень на нас напал. Ах ты негодник. Ты что-нибудь тут собрал, успел, нет? Где материал, который ты должен собирать? Добывает ресурсы он, блин. Лентяй. Ладненько, не отвлекаемся от своего важного дела, сбора металла. Ведь его нам нужно огромное количество, чтобы сделать паровой двигатель. Опаньки, смотри-ка, у него ящик закрыт. Что ж ты нам там принес? Древесину, металлолом? Круто. А может, там еще что-то есть, видимо, у меня просто инвентарь забит. Ух ты, ух ты, ух ты, нифига себе, гляди, что это такое. Тут, пожалуй, надо остановиться, тут можно, видимо. Слышите? Это очередная авантюра манит наших героев. На этот раз им предстоит встретиться с одними из самых опасных существ этого мира — Роем. Эти мерзкие твари защищают свои острова до последнего. Поэтому, чтобы добыть действительно ценную награду, вам предстоит сразиться на арене, победив множество кровожадных полчищ. Это великое испытание, достойные самых храбрых сердец. Ну вот, что еще за Рой? Отправляйтесь к островам при помощи медуз на перроне. Вот это и есть медузы, цветки? О, сейчас, подождите, я тогда сделаю все, что мне необходимо, и поедем. Я сейчас еще переплавлю. А, нет, стой, 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 мне нужна медь. Проволоку уже медную надо сделать. Все, к бою и обороне готов. А, стой, ну еще же пожрать надо обязательно. Жрачку берем. Все, съедаем. Еще пить хочу.
Ведь ладно, по дороге найдем. Значит, надо взять медузы. Вот это вот, вот тут. Взаимодействовать. Опа, что? Я взял медузу, что произошло? Она меня куда-то... Мы куда-то полетели. Это портал? Божечки. Кто бы мог под... Ого. Кто бы мог подумать? Какая забавная медуза. Настоящие герои не боятся... А чё рассказчик-то не рассказывает? Мне читать надо. Настоящие герои не боятся. Они тактически отступают. Хе-хе. Да уж. Но мы-то не будем отступать. Ладно, у меня если чё, дробаш есть. С 96 патронами. Может мне что-то тут нажать? А, взаимодействовать, конечно же. Так, обратите внимание. Сражение на арене приносит награду. В конце каждой волны ты можешь либо забрать накопленное и покинуть арену, либо рискнуть и перейти к следующему этапу испытания. Если проиграешь, вся накопленная добыча будет потеряна. Ого. То есть смотри, сейчас награда у меня вот такая. Железо, дерево и химия. Ну чё, в принципе, можно начать. Давай бой. Погнали. Первая волна. Я думаю, что мы пока... С пестиком, с пестиком. Пестик где у меня? Воу-воу-воу, нифига себе арена. Нечто пробуждается через одну секунду. И... А, вон, смотри, это что за скорпион? Что это такое? Блин, я думал, мы так бесконечно будем на поезде путешествовать. А тут какое-то разнообразие появилось. Кто меня укусил? Меня кто-то укусил, либо кто-то стрельнул в меня. Ой, ребят. А, не пуляется огнем. Ничего себе. Теперь понятно, зачем тут оружие качать надо. Воры на платформах. Ох ты ж. Воры на платформах — это вообще фигня по сравнению с вот этой вот нечистью. Давай поближе подойдем, посмотрим на них. Нифига, она еще и дерется в рукопашку. Фу-фу-фу, какая фигня. Бяка-бука. Так, а где у меня фонарик? У меня же где-то фонарик должен быть. Или нет, у меня фонарик. Иди сюда на свет, я хочу тебя на свету сфоткать. Что ж ты броню сделал? Ты кто такой? Ты что за фигня такая? Ладно, убиваем его. Так, волна 1 пройдена. Мне броню, конечно, покоцали. Надо было побольше сделать. Еще и здоровья нема. Давай дальше посмотрим, что будет. Следующая волна. Я думаю, что тут, в принципе, ничего не может быть спрятано. Я, конечно, сейчас поброжу. Может, место какое-нибудь найду интересное. Ого. Есть вероятность, что тут будут какие-то очень гигантские монстрики. Так. Откуда бы они ни пришли? Встать бы на такую точку, чтобы я только одну сторону мог защищать. Защищать. То есть прикол в том, что они стреляют огнем. О, это что? Алтарь какой-то. Алтарь. Вон они внизу. Я их вижу. Значит, он придет отсюда. О, он уже бежит. Опа, мимо. Готов. Но они не так уж, чтобы метко стреляли. В принципе, издалека с ними легко разбираться. Опа, мимо. Мимо ушко пролетело. Ушечко мое подпалило немножечко. Где еще один? Вон он стоит. Негодяй. Выходи. Скорпиончик, ты где? Ты куда спрятался? Ох ты какой, а! Стелсер. Готов? Вот, алтарь этих насекомых. Вот так вот они выглядят. Все, волна пройдена. Пока что изи. Ждем третью волну. Надеюсь, она будет поинтереснее. Что там по награде? О, уже 9. Поехали в бой. Новая волна через 3, 2, 1. Так. Привет, ребятки. Я бегу, 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 прячусь. Ой, сбоку. Давайте, заходите. Время дробаш достать, да? Наверное. Бах. Хорошо. Готов. Почти готов, перезарядка. Ай, попали, попали, попали. Готов. Как ты близко подошел-то? Нельзя так близко подходить. С дробашом вообще найди. Ну давай поговорим с тобой по-мужски. Прям в рот ему залетела пуля. Сейчас еще раз в рот ему попробую попасть. Готов. Ты, походу, последний, да? Точно, последний. Волна 3 пройдена. Сколько тут всего волн? 10, наверное. Дальше погнали.
О, смотри, какие-то новые появились. Вон то, так, а ты что, цветок ходячий, что ли? Ладно. Я, пожалуй, тут вот наверху вас постреляю. Ой, все-таки обжег меня. Да что ж такое? У них броня мощнее стала. Сбоку, сбоку, сбоку. Да, они крепче стали. Оно отошел от меня. Близко не подходи. Здоровье, кстати, 81. У меня здоровье прибавилось, это хорошо. А вот броня убавилась. Мне бы дробаш. Нет, вот мне не нужно. Не нужно, не нужно. На тебе. Готов? У меня выносливость кончилась, потому что нет сил. Надо пожрать и попить. А где этот цветок-то? А, вон он бродит. Что он, интересно, делает? Как думаешь, к нему стоит подойти или нет? Ты кто такой? Что ты делаешь? Он огнем пуляет. Это типа лидер их? Кстати, его просто так не пробить. А вот, попал. Можно тебя поближе подойти посмотреть? О, какой ты стрёмненький. Все, Кончита. Вау. А ты откуда вылез-то? Ты специально сзади, да? Ходил. Что дальше у нас? Значит, ого, 61% количества врагов, 20% урон врагов, 50% здоровья врагов. То есть еще мощнее станут. Ящик могу получить. Смотри-ка, это последняя волна, походу, будет. Ну, здорово. Так-то. Ну, вот как бы и все. Блин, да ты запарил. Ладно, с дробаша. Финал. Ох, он мне хедом, а я ему хедом. Ну что, все? Десятая волна, это все. Ух ты, если я дальше... А, текущая награда, 2 сундука. Можно и дальше продолжить. Да ладно, все, хватит мне. Я не настолько задный. Забираем награду и погнали отсюда. О. Ох ты ж, нифига себе. А сундуки где мои? Так, что я почистил? Карманчики свои перед тем, как сюда отправиться. Мне, конечно, железо принципиально. Так, это я забрал. А, вот они, вот здесь вот у нас. Значит, 1 сундук. Кстати, хорошо, что я 2 сундука. Как бы третий-то мне не утащить бы было. Потому что один я убираю за спину, а другой беру... А, нет. Другой я тоже все равно не возьму, да? Вот это, конечно, попадос. Зря столько времени тут тусил. Я думал, что я один за спину уберу, а другой в руки возьму. Но нет, так не получится. Только один. Эх... Ну ладно, чё, поехали обратно, Медуза, отвези меня. Может быть, я сюда смогу вернуться повторно как-нибудь? Сейчас попробуем. Прибыли на место. Спасибо тебе. Ой, зацепился. Как интересно. Сейчас я попробую еще одну Медузу взять и обратно слетать за сундуком. Надеюсь, получится. Если не получится, то я просто обижусь на эту игру. Вот так, сундук поставили. Давай-ка возвращаться. Погнали на арену. Ну-ка, 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 ну-ка. Сундучок. Сундучок. Да, он здесь. Фух. Ну, слава тебе богу. Тогда не зря я сражался. В этот раз сундук тащу в руках. Ну, точнее, сундук в руках, а в другой руке у меня Медуза. Благодарю за эту шикарнейшую арену, и что на нее можно было вернуться 2 раза и забрать все сундуки. Что-то тут рофли еще у нас собирать успел. Смотри, у него сундучок тоже свой заперт. Так, давай посмотрим, что там набрал. Древесина, металлолом. Ну, шикарно. У меня просто офигеть, какое количество ресурсов. Посмотри только, все битком. Так, значит, мне нужно железо понаделать. Давай-ка железо. Делаем. Ладно, стоять тут уже не будем, поехали. Ух ты, ух ты, ух ты, что это за золотой самородок? Подождите-ка, стопы, 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 стопы. Что это такое огромное? Кусок здоровенного. Глыба угля, ух ты, нифига себе. Я могу его затолкать вот сюда и переработать, в принципе. Это же глыба угля, да? Давай-ка разбивай вот это все дело. Сейчас у меня будет маленький уголек, которым я смогу заправлять свой будущий паровой двигатель. Это же шикарно. Все, прибыли в еще одно депо. Меня тут, наверное, встретят. Что?
Да ну нафиг. Ну почему именно такое депо, а? Я думал, я сейчас здесь паровой двигатель себе сделаю, а это депо такое фиговое. Тут нету даже апгрейд-стенда. Ну, капец. Пойду с горя воды напьюсь. Ну и пойдем прошвырнемся по этому нищенскому депо. Тут, по-моему, даже кузни нету, блин. Это вообще печаль какая-то. Кузню бы хотя бы дали. Мне ящики даже не открыть, которые я так... А, подожди, Минуточку. Апгрейд-то есть, оказывается. О, аллилуйя. Святые бездны, спасибо вам. Так, значит, а кузня, она наверняка где-то тут тоже есть. Вот она и кузня, пожалуйста. А я уж тут разбушевался. Ор выше гор устроил, значит. Меня услышали и типа... О, давай лучше мы ему дадим и кузню, и апгрейд стенд, а то он разорался, чё-то. Ладно, кладем, короче, сюда сундук. Давай. Открывайся. Грибы, 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 грибочек. Чё, гриба нет? Это что, это гриб в виде елки? Подожди, я гриб хочу взять. Да блин, гриб возьми. Новогодний гриб, действительно. Так, значит, вот тебе, за твои заслуги, за то, что ты собирал мне ресурсы, ты даже сейчас что-то там собрал, древесину, я даю тебе гриб. Удерживайте F, чтобы кормить новогодний гриб. То есть новогодний гриб, он особенный. Ладно, держи. Ну как тебе, нормальный грибочек? Дай мне какую-нибудь полезную, нужную штуку, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Что? Свечка? Декор? Да. И я бы его сейчас пристрелил прямо на месте, этого Рафлима, за такую свечку. Нафига мне свечка нужна вообще, не понимаю. Раз такая пляска началась, куча ингредиентов сейчас будет, надо еще один сундук сюда пихнуть. Вот таким вот образом только. Тут есть семена какие-то. Семена чего? Странные семена, непонятно. Сейчас посадим, узнаем, что там за семена. Вроде бы все собрал, нужно тащить следующий сундук. Так, семена. Странные семена. Че это у нас? Чайные листья, нет таких у меня семян. Вот, странное растение. Неясно, что из этого вырастет. Ну давай, посадим. Че уж там. 180 секунд и что-то вырастет у нас через это время. А я тем временем беру следующий сундук. Пойдем посмотрим, что в нем попадется. Надеюсь, обычный гриб вылезет. Не новогодний. Давай, открывайся. Снова новогодний гриб. Да что их... А, о, два гриба, отгляди. Роскошно, это даже лучше, чем один. Деревяшку давай выкинем. А грибочек, да чтоб тебя. Деревяшку, говорю, выкинем. А грибочек возьмем, вот. Значит, теперь вот этому Рафлиму дадим новогодний гриб. И что же новогоднего ты нам дашь? Тоже декор какой-то? Шарик новогодний, да что ж такое-то? Новогодние грибы, что-то меня вообще не вдохновляет. А, ешь обычный теперь гриб. Ой. Не-не-не, давай обратно. Вот тебе гриб, хомяч. Кайфаридзе. Грибной. Тоже декор, да что ж такое-то? Ковер! Ковер, нафига мне ковер? Че по семенам? Че там у нас? Семена чая теперь есть, отлично. Железо собираем. О, гляди, выросло. Выросло. Какое-то непонятное яблоко. Так, место есть? Есть. Забираем, значит. Это металлолом. Я вырастил металлолом. Вот это чудеса. Чай, давай чай растить тогда. Может, в скором времени нормальный чаечек попью, а не просто воду. Ну все, пришло время сделать уже паровой двигатель. Собираем то, что я там смастерил. Вроде бы все. Пойдем. Настал день X. Сейчас попробую его сюда затолкать. Надеюсь, что... А, мне же тут нужно будет кучу всего вначале убрать. Блин, перестановку придется делать еще разок. Ладно, давай. Значит, что я могу смастерить? Все то же самое, ничего не прибавилось, да. Нам нужно с тобой сейчас убрать гудок, оставим. Вот эту штуку надо разобрать. А, я здесь могу построить вот... Нет, я здесь строить ничего не буду, мне нужно разобрать. Разбираем. Значит, ставим. Так. Получается, чтобы его сюда воткнуть, мне нужно будет убрать вообще все. Ой-ой-ой-ой-ой. Рафлим нам вроде как не мешает. Мне нужно будет перерабатывающую вот эту машину, которая глыбы льда, угля и прочего перерабатывать, делать мелкими. Значит, окей, 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 окей. А размельчитель мы сейчас вручную перетащим. Тут у меня, кстати, уголек переработался, надо его забрать. И вот теперь можем переносить. Ох, переносим мы его. Давай его, короче, временно пока поставим вот так вот. Ну-ка, теперь локомотив у нас встанет здесь. Локомотив. Да, он встает, отлично.
БДДш! У нас теперь есть паровой двигатель. Шикарно. Единственное, что я теперь думаю, это то, что нам нужно увеличить в размерах второй вагон. Ух ты, смотри, как у меня четко совпал каркас. То есть вот этот каркас, он явно здесь должен был точно быть. Вот эта задняя часть. Встал двигатель, и у меня появились здесь двери. Ну прикольно. А, вот рычаги управления всем этим. Блин, размельчитель придется перенести все-таки в другое какое-то место. Получается, что вот эти вот рычаги мне больше не нужны. Их вообще можно убрать. Пойдем посмотрим вживую. Ай да красавчик. Ты тоже, да, в шоке, Рофли? Прям вообще балдежно. Вот эту часть, конечно, надо будет потом закрыть как-то. И мы это, наверное, сделаем. А где там управление? Управление? Ох, как тут тесновато-то, а. Вот они, все рычаги управления. Двигатель. Осмотреть двигатель. Уголь сюда подкинуть. Рукоять трансмиссии. По максимуму сейчас сделаем все ресурсы для того, чтобы расширить наш вагон. Черт! Мне тупо железа не хватило. Это катастрофа. Если я чего-нибудь разберу, например, я же могу что-нибудь разобрать? Я могу разобрать стены вагона, получу одно железо и один болт. Я могу разобрать вот эти ворота, получу одно железо, один болт, и нужно еще что-то разобрать. Что я могу еще разобрать? Ну, по всей видимости, вот это вот. Ладно. Короче, разбираем вот эту крышу. Разобрать. Разбираем эти ворота и разбираем вот эту штуку. Единственное, я теперь не знаю, куда все эти ресурсы улетели. Наверное, вот сюда, да? О, да, точно, здесь они. Шикарно. Все, 4. Да-да-да-да-да. У меня получается расширить мой второй вагон. Давай это и сделаем. Апгрейд. Во! Как надо. Значит, теперь дробитель я переношу туда. Вот так вот тебя сюда ставим. Бочком, наверное, лучше его поставить. Ящик с семенами тоже перенесем. Но сперва, наверное, чай оттуда соберем. Вот. А то вдруг чайные листья пропадут. И переносим теперь все сюда. Готовку еды тоже переносим туда. Вот здесь вот она у нас будет стоять. Теперь кухонька. Чтобы она тут нам не мешалась. Мы свободно можем теперь здесь перемещаться. Ну, вроде бы готово. Готово. А, Рафлима еще надо перетащить, слушай. А то ему тут неуютненько, мне кажется. Рафлимчик, поехали. Ты у нас будешь тусить вот здесь вот. Ну что, по коням? Давай разбираться, что у нас тут. Рукоять трансмиссии, это назад-вперед, видимо. Автопарковка, ничего себе. Так, вот это что, рукоять тормоза, понятно. Форсаж, ого. Двигатель. Это что у нас, клаксон? О, какой, слышишь? Жалко, конечно, он сам не двигается, тут нет анимации. Осмотреть двигатель, давай смотрим. О, медленно, среднее, форсаж, топливо, вода. Если я воткну медленно, что будет у нас? Ух, нифига себе, мы поехали, понеслись. Так, стоп. Я еще не до конца разобрался, как им пользоваться. Минуточку. Ладно, раз поехали, так поехали. Пофиг. Пофиг нафиг. Но мы нифига себе мчим, ты посмотри, какая скорость. А, вот, все. Вот теперь все, мы медленно стали ехать, потому что мы можем медленно ехать. Если я среднюю скорость возьму, нет топлива, чтобы ехать на средней скорости. Нужно какие-нибудь дрова вкинуть. Например, вот давай древесину кинем туда, 5 штук. Вот, и вода нужна, вода у нас есть. Я сейчас ее не могу закинуть, она у меня где-то была, подожди, у меня же была где-то вода. Сейчас, минуточку. Где-то была, мы ее производили, но вот она вода. Так, она будет охлаждать наш двигатель. Значит, закидываем сюда теперь воду. Вот. И можем врубить среднюю скорость, правильно? Как мы поедем? Ну-ка. Подождите. Форсаж, пожалуйста. Так, это мы тормознули. Я как бы не хотел тормозить. Отцепись. Отцепись, говорю. Там что-то упало? А, да, подожди. Мясо надо взять. Мясо возьмем. И жирок. Где-то жирок был. Жирок зацепился, что ли? А, да, вон там зацепился. А можно я как-то залезу обратно? Подождите. Нифига себе, ты поехал. Эй, дружочек. Дружочек. Подождите. Я не успеваю за тобой. Вот, залез еле-еле. Так, вот это ты поехал, конечно. Так, подожди. Ого, он прям форсаж 200 врубил. Ничего себе. Тогда понятно, почему он так быстро поехал. Я, короче, сжег все топливо. И у меня чуть-чуть воды осталось. Едем теперь медленно.
Ну, вроде бы разобрался со всем. Теперь как белые люди на нормальном поезде едем. Ну, что могу сказать? Надо бы закругляться, вроде бы поезд у нас теперь есть, осталось его только апгрейдить и обшить металлом, и будет вообще красотища. Так что, если ты хочешь продолжение, то не забывай ставить лайк под этим видео, подписываться, если ты еще не подписан, и увидим... А, блин, по жопе прилетела чертова Снегурочка, точнее олень новогодний. И где-то тут жир был, во, жир разберем. В общем, увидимся и услышимся в следующей серии, так что до встречи!